Масштабная экологическая катастрофа на старом вокзале произошла еще в 70-е годы. Тогда содержимое цистерн просочилось в грунт, а подводные воды унесли нефтепродукты в Виновскую рощу. Многие годы горючее отравляло уникальную природу и реку Волгу. В 2020 году разработали проект по ликвидации нефтяного пятна. В этом году началась его реализация. В данный момент подрядная организация проводит подготовительные работы для оздоровления памятника природы. При разработке проекта проектантами рассматривались различные варианты. Были приняты те варианты, которые у нас сейчас имеются в проекте. Данный проект прошел экологическую государственную экспертизу, строительно-сметную экспертизу. То есть это все подтверждено. Также обсуждались на комиссиях в Минприроды Российской Федерации, когда был вопрос о выделении денежных средств. То есть это все было поддержано, все это было рассмотрено в Москве. О том, что они не соответствуют, то есть я опасений не вижу. Но опасения видят местные жители и неравнодушные ульяновцы. По их мнению, уникальная природа рощи находится в опасности. Враг не нефтяное пятно, а люди, пришедшие с лопатами, которые не лечат, а калечат. Жители уверены, что работы – это способ разворовать государственные средства, а не излечить природу. Вырубка деревьев, загон родников, трубы навсегда уничтожит Виновскую рощу, считают активисты. А в результате жители, даже местные, все стали замечать, что ведутся совсем другие работы. И этот проект, который получил свой бюджет, он, видимо, стал сильно изменяться. И поэтому Роспотребнадзор, центральный аппарат, это дело и не согласовывает. Отказано уже было 3 раза согласование проекта производственных работ. Вот. Но строители, тем не менее, нарушая федеральное законодательство, начали свои работы. Вот, они с проектом организации работ отношения никакого не имеют к этому проекту. Там в этом проекте нет ни дорог, ни обустройства частной территории. Местные верят, что природа может очиститься самостоятельно. За последние 2 года в родниках вода стала прозрачной, появились лягушки и утки. За последние 2 года ситуация изменилась. По утрам и по вечерам в туманах нет запаха нефтепродуктов. Слышим лягушек. В последнее время их очень долго не было, но вот уже 2 года концерт лягушек. А утки прилетают, правда, болото сейчас заболоченное оно, но утки постоянно уже прилетают. То есть видно, что природа уже начала очищать сама себя. Активисты бьют в колокола и просят оставить все как есть или поменять проект на действительно рабочий. По их мнению, он неэффективен. Очистные сооружения, опасается общественность, забьются при первом использовании. Ликвидировать нужно источник. Минприроды и подрядные организации успокаивают жильцов. Проект утвердили и проверили на высшем уровне. Очистить почву удастся, а все работы ведутся согласно плану. При подготовительных работах то, что укладка сейчас сплит, чтобы подобраться к северной группе, показывает то, что загрязнение нефтепродуктов существует. Оно никуда не ушло, оно не уменьшилось. И природа сама не справится с этим. Она может справиться, ну, 5-10 сантиметров водой вымыться или еще какими-то. Вот он, загрязненный нефтепродуктами грунт. Это можно не только увидеть, но и почувствовать. Запах здесь стоит, как на заправке. Подрядная организация показывает план работ и уверяет, плодородную почву трогать не будут. Заменят на чернозем только отравленную нефтепродуктами. Вырубка деревьев согласно проекту. Уничтожению подлежат старые, сухие и больные деревья. Родники тоже не пострадают, а наоборот очистятся и сделают воду пригодной к питью. Нефтеловушки современные, они будут обслуживаться регулярно. Очистить уникальный памятник природы Виновскую рощу планируется к концу 2023 года. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.